Спонсор показа — ветеринарная клиника «Теремок ЗОО», Ватутина 27, телефон 64-99-66, ежедневно, без перерыва, с 8.30 до 20.00. Пусть они и оказались на улице по вине человека, обиду на людей не затаили. Эти два непохожих друг на друга брата попали в приют с одного из предприятий Ревды. Там пушистые малыши ютились в канаве и замерзали. Теперь готовятся стать компаньонами неравнодушным первоуральцам. Пока они игривы и непоседливы, но когда подрастут, станут надежными охранниками. Вот два кобеля. Вот они, если кто захочет, видите, они будут крупные. Это, конечно, в частный дом. Видите, у них лапы мощные. Черно-бурый дуэт вовсю играет, а их белому соседу это пока что тяжело дается. Этого малыша волонтеры забрали из неблагополучной квартиры на улице Кирова. Там щенка и других его собратьев держали в чудовищных условиях, били и почти не кормили. Сейчас щенок идет на поправку. Пока что очень осторожен, но уже начинает доверять людям. Социализируется, да. Собака тоже. Видите, он уже через 3 дня к нам привык. А пройдет, допустим, 3 недели, месяц. Это отойдет, отойдут они. А у этой маленькой дворняжки был любящий и заботливый хозяин, но несколько дней назад его не стало. Родным пенсионера животное было не нужно, поэтому решили отдать ее в приют. Малышка, хоть и печально потери хозяина, держится спокойно, в меру грациозно, но остальных собак и людей пока что немного стесняется. Игривая она все, но просто чужих вот она стесняется немножко. Здесь нужно время немножко. Да. Ну это щенок еще, он привыкнет буквально 2-3 дня, и он привыкнет. Этих и других четвероногих можно взять к себе домой из первоуральского приюта для животных. В нем дожидаются своих новых хозяев более 100 собак и кошек.